Всем привет! Вы на канале Великий Уравнитель, с вами Руслан. Сегодня вам покажу вот такую посылку. Пришла от новой почты, от Sorry Programs. Это пришла мне компенсация за сложившуюся ситуацию с посылкой, которая, как объяснилось, тем, что она оплачена, а за переадресацию с меня взяли деньги. В 55 гривен за посылку. То есть за то, что они переадресовали ее мне в Запорожье с Иванкив, Бориспольский район Киевской области. И в качестве компенсации мне прислали вот такую посылку и предоставили промокод. Сейчас вам покажу, что это за посылка. И, как говорится, вы сами все увидите. Значит, вот в таком состоянии, значит, эта посылка. Вот. Принес я только недавно домой. Вот, значит, сейчас я вам ее открою и покажу. Итак, ребята, вот я вытащил сумочку. Очень она красивая. Спокойно вализа подписана. Вот, вот так она, собственно, выглядит. Даже я вам скажу, ребята, очень-очень удивляет. Вот, что у нас имеется? Ручка вот такая, соответственно, сзади у нее имеются ручки. Также здесь у нас имеется кармашек. Вот, здесь такой, как будто, знаете, как коврик с подмышки, да? Такая кожаная, типа, вместо кожаная здесь. Вот, тут у нас, получается, есть один карман сбоку. Вот. Сюда можно будет положить какие-то там документы, да, вот такой в папке как раз с собой. Вот, сумка имеет такую тканевую основу. Так, здесь у нас что у нас здесь карманов нет, здесь карманов нет, то есть по бокам карманы отсутствуют. Здесь у нас есть тоже карманы. Сейчас мы расстегнем, посмотрим более детально внутренняя часть. Значит, во внутренней части мы видим, получается, то есть снаружи мы видим один карман, с изнутри второй. Изнутри мы видим два совершенно таких маленьких карманчиков для телефонов, например, да. Здесь мы видим одно большое отделение. Также помимо отделения мы видим еще одно отделение, то есть это с боковой части. Значит, производитель Roche-Brand.com.ua делает эти рюкзаки. Значит, виробник не несе відповідальність за речі вкладені або поряд з виробом. Так. Значит, здесь это расстегивается. Вот так. Сюда можно тоже положить что-то, как говорится. То есть сам по себе рюкзак очень хороший. Очень хороший. Можно его будет носить. Вот, значит, получается по бокам с одной стороны молнии. Ну, то есть именно и с другой стороны. Вот, очень интересный такой, как говорится, тип смайлика. Спокойно, вализа. Еще и логотип новой почты. Кстати, я вам скажу, ребята, очень красиво. Логотипчик. Вот, вот такой получается рюкзак. Уже много раз, ну как много раз, два раза предоставляли мне посылку с кофе, чашкой и пакетом. Вы видели в прошлых выпусках. Теперь вот такой рюкзак мне предоставили. А еще предоставили в компенсацию промокод на оплату следующей посылки. То есть совершенно бесплатно, до 30 килограмм. Отправка и получение. То есть этот промокод идет как бы полностью бесплатно на пересылание посылки по Украине. Вот. Также у меня еще есть промокод на пересылку посылки с Украины в Словаччину, то есть в Словакии, если так говорить. Вот, там дается всего 15% на оплату посылки.
Вот, ну там разница очень маленькая, поэтому этот промокод можно получить на сайте Новой Почты, переходя по описанию. То есть заходите на сайт, переходите в поисковик на сайте Новой Почты, пишите промокоды, ну там акции, да. Заходите в акции, там будет у вас показываться, например, отправка по ссылке в Словакию с знижкой 15%. Нажимаете на эту акцию, там будет такое поле, типа ввести промокод. Ну, именно не промокод ввести, а как бы вам сказать правильно. В этом поле вы просто вводите номер телефона, и вам на номер телефона приходит смс-ка с промокодом, которые используются в течение месяца на пересылку по ссылке с Украины в Словакию, да. Вот. Значит, вот такая сумка имеет, ну, в принципе, я уже вам говорил, она кожаная. Вот, именно с отсюда. Здесь идет такая термобумага, именно ткань бумажная. Вот, как у моей сумочки предыдущей. Вот, сумочка очень хорошая. Ну, что я вам скажу, ребята. Будем пользоваться, посмотрим. Кому понравился данный выпуск, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Руслан, всем до новых встреч и всем пока.